Сегодня елку украшают не только стеклянные игрушки, и ассортимент возможных вариантов украшений поражает своим разнообразием. Особенно интересно украсить елку с ребенком новогодними игрушками, сделанными своими руками. И здесь стоит обратить внимание на новогодние украшения именно из ткани. Они выглядят стильно и оригинально, к тому же маленький ребенок не может их сломать и, главное, пораниться. Начнем с первой игрушки. Это будет овечка, и для начала необходимо подготовить выкройку. Для этого нужно нарисовать каждый элемент игрушки отдельно и вырезать. Теперь нужно обвести узор на проглаженной ткани, затем можно приступать к сшиванию деталей. При этом необходимо не забывать о припусках в 3 мм. После того, как ноги набиты, их нужно прострочить снаружи, а затем вшить в туловище. Голову прострочить и пришить к ушам и шапочке. Крепление можно сделать из ленты, веревки, жгута. Петлю следует либо пришить внутри багажника, либо организовать крепление снаружи. Теперь голову нужно пришить к туловищу. Нарисуйте мордочку гелевой ручкой или акриловой краской. Неплохо было бы нанести небольшое количество румян. На шее овечки можно подготовить аккуратное украшение. Вторая игрушка – елочка из ткани. Текстильные елочные игрушки не обязательно шить вручную. Если вы выберете вариант изделия, в котором можно использовать клей или ленту, даже малыши смогут принять активное участие. Сначала нужно сделать конус из картона для основы. Необходимо взять фетр, отрезать от него полоску шириной 2,5 см, сложить ее пополам и наклеить. На расстоянии около 1 см делаем надрезы, не доходя до края. Теперь можно приклеить получившиеся ленты вокруг конуса по всей его высоте. Начинать лучше с нижней части. Этот этап творческого процесса может быть полностью выполнен детьми. Полоски нужно приклеить на самый верх. Украсить ее можно пуговицами, бусинами. А теперь переходим к мороженому из фетра. Когда мы шьем новогодние игрушки своими руками, у нас есть возможность реализовать любую идею. Ведь стоит сделать мороженое, которое украсит праздничную атмосферу. Ведь малыши очень любят этот сладкий десерт. Вырежьте круги из фетра. Желательно делать это фигурными ножницами. Также необходимо взять колокольчики, ленты, горячий клей, войлочные шарики. Далее нужно обвести круг вокруг нити в тон ей. Теперь нужно сложить круг конусом, склеить его. Получится вафельный стаканчик. Необходимо подвесить колокольчики на ленточку, а шарики закрепить ниткой. Вам нужно вставить шарики внутрь конуса. Клей нужно наносить аккуратно. Последним штрихом будет бант из ленты, прикрепленный к конусу.